Это выставка World Food 2022, и на нашей площадке аппетитно запахло грибами, а все потому, что рядом со мной Сергей Григорьев, компания «Грибная кухня». Сергей, здравствуйте, расскажите о компании и о продукте, который вы здесь представляете. Здравствуйте, наша компания уже более 20 лет на рынке. Представляем мы продукцию «Грибные пресервы» и «Тарталетки». В чем особенность, в чем уникальность вашего продукта? Как вы можете его презентовать и писать? Ну, это вкусный, калорийный продукт, отварные грибы со специями в майонезе. Очень зарекомендовал себя на рынке. Вы сказали, что вы 20 лет, да, если я все правильно услышал, на рынке. Где вы представлены, насколько широко? Мы представлены во многих городах по России. Москва, Ростов, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Самара, Тольятти, Уфа, Стерлитамак, Оренбург. Откуда сами грибы преимущественно? Наверное, все-таки из разных мест или нет? Грибы, вешенки мы выращиваем сами. И шампиньоны, наши отечественные грибы от нескольких поставщиков. География – это промышленный производственный секрет или можете сказать? Ну, география, конечно, планируем охватить всю Россию. Если вот передо мной получается 5 упаковочек, да, если не считать тарталетки, я имею в виду именно такой продукции, пресервов, в целом ассортимент этим ограничивается или он больше? Это первый вопрос. И второй, планируются ли какие-то новинки? Нет, ассортимент гораздо больше. У нас, значит, есть пресервы в майонезе, соленые маринованные грибы, овощные пресервы тоже, пресервы в масле, тарталетки, печенье. Свежие грибы тоже в ассортименте. Вот. Новинки, да, регулярно заводим последние годы. 2-3 новинки ежегодно у нас появляются. Второй день выставки уже вот идет, начался, да. За это время видите интерес к своему продукту со стороны участников выставки? Да, интерес большой, так как ну, наша продукция для многих незнакома, и во многих городах ее просто практически нет, подобной продукции. Поэтому будете расширяться, видимо, после этой выставки особенно сильно. Ну, будем стараться, да. Желаю вам в этом удачи и надеюсь, эта выставка станет очень полезной для вашей продукции. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое.